грязевые вулканы в станице Голубицкая. Грязи тут очень много. И тут люди любят в нем болтыхаться, в этой грязи, грязюке. Я тоже сейчас пойду в грязюку болтыхаться. Как грязюка, тепленькая? Да. Тепленькая грязюка? Ладно, пойду я дальше в эту жижу. Пойду вот в эту жижу окунусь сейчас. Так, тут мелко. Вот такая вот здесь самая грязюка на этом лимане. Станица Голубицкая. Вот она здесь. А где тут самая грязюка? Вот это? Да, она. О, хорошо. Действительно, такая грязный такой лиман. И вот народ тут наслаждается этой грязью. Довольно мелко. Похоже, глубины совсем. О, дальше глубже идет. Глубже. Глубже вот уже по пояс. О, хорошо. Неплохо. Ну да, здесь вот где-то глубина уже по грудь, посередине примерно. Почти посередине лимана. Поплыл я, поплыл. Вот такая она. Станица Голубицкая. Хорошо, а там дальше уже через небольшое расстояние Азовское море. Сейчас тоже туда пойдем. Ух ты, там женщины как измазались. Ух ты, совсем они черненькие. Вот там самая грязь, по-моему. Вот так вот надо мазаться. Вот она, самая грязь там, а? О, такой черенький здесь. Как говорится, с князю грязи. Здесь князи. Грязи. О, вот так вот надо внимание. Грязюка испачкается. Если кто в лимане, тот грязи найдет. Найдет грязи в лимане. О, плохо. Эффект уже пошел. Thank you.
Очень хорошо грязюха смазывается. Я ведь в грязюхе весь. А? Возьмите. Вот такая вот грязюка. А там более черная грязюка. Да вроде не пахнет, да немножко так самое. Немножко тины пахнет. Ладно, пойду спину попробую измажу. Это надо по ней поваляться, наверное, надо на ней. Ложишься в грязь, чтобы спину измазать. О, хорошо так. Ложишься в грязь и вот так вот мажешься. О. Вот такой вот витебский лиман с его грязюкой. Все. Там дальше Азовское море. Сейчас пойдем туда. На этом у меня пока все.